Глава Ленинского района Тверской области Олег Дубов, который вступил в словесную перепалку с местными жителями на торжественной церемонии открытия фонаря, заявил, что СМИ исказили его слова, и он назвал своего оппонента «пьяным уродом», а не «лысым уродом». Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва». «Я сказал ему, пьяный урод, а не лысый, начнем с этого», — отметил Дубов. Чиновник также опроверг сообщение о том, что он выражался нецензурно. Кроме того, он подчеркнул, что скандал вокруг его слов был раздут специально, и за этим стоит конфликт интересов. «Интересы связаны с землей», — сказал Дубов. «У меня не вызывает сомнения, кому это выгодно. Я приблизительно представляю себе бюджет этой компании». Он не стал называть заказчиков информационной компании, так как для этого ему нужны доказательства. 5 августа сообщалось, что Дубов торжественно открыл фонарь в селе Холмец, однако после критических замечаний жителей церемонии переросла в словесную перепалку. Жительницы села обратили внимание главы района на то, что фонарь освещает фасад здания, а не дорогу, и спросили о возможности перевесить или развернуть его. В ответ они услышали, что это не их ума дело, отмечал «Караван Я». Родственник одной из женщин заступился за них и уточнил стоимость фонаря, чтобы установить его за свой счет. По словам очевидцев, Дубов обругал предложение словами «пошел ты, лысый урод». Также назвал собравшихся группой агрессивной молодежи и подогретой алкоголем гопоты. В 2016 году Дубов участвовал в церемонии открытия помойки и перерезал красную ленточку. Интернет-пользователи стали иронизировать над ним, предлагая сделать этот день праздничным. Больше о иностранных новостях в телеграм-канале «Лента Дна». Подпишись.